make the ground shake. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Вау, ребята, охренеть, просто жесть, просто что такое, этот мод просто охренеть, ребята, супер, огонь, офигеть. Всем привет, друзья, с вами как всегда Макс Шубин, и сегодня у нас супер крутой мод, но это, так сказать, продолжение предыдущего мода, просто я вам не все показал и не все рассказал по предыдущему моду. В принципе, если вы установите прошлый мод, он будет работать, так сказать, в двух своих ипостасиях. Это, соответственно, щупальца Хоксена и крысиный такой, не знаю, как его назвать-то. Короче, крысиное стадо Архаса. Ну или, не знаю, змея Архаса, кто как называет, ребята. Ну, вы знаете как название мода, я уже которое придумал окончательно. Название ролика, соответственно, оно есть. Вот, так что крысы Архаса, может быть, я назову, я не знаю. Может быть, змея Архаса, посмотрим. Так, окей, ребят. Короче, да, ребят, не забывайте, конечно же, про лайфхак с лайками, ребята. Как только мы набираем, ну давайте уже 650 лайков, ребят, давайте 650 лайков. Я сразу же постараюсь выпустить новый ролик. Огромное спасибо за предыдущий ролик, мы там набрали кучу лайков, я вам очень признателен, спасибо вам огромное. Ну что ж, ребят, поехали, давайте уже начнем, собственно говоря, битву. Так, ну давайте, наверное, турнир. Выберем турнир. И там что-нибудь замутим интересное. Итак, у нас обезьяна, окей, давайте попробуем на обезьяне данное оружие, так сказать. Ну вот, собственно говоря, это змея, или как ее назвать, хрен знает. А, ну да, короче, подальше расстояние. Это очень важная штука, прям подальше, прям нужно, прям подальше. Да, попробуй еще, уйди дальше, да? Да, блин. Короче, сейчас я подальше прям полю. Отлично. Вот, ребят, вот пошел процесс, ребят. Прошел процесс. Отлично. Найс. Просто, ребят, найс. Вот это я понимаю, вот это найс. Просто нужно, ребят, расстояние побольше, и поэтому, в общем, будет все окей работать. Если слишком близко, то не будет работать, ребят. Вот это вот, конечно, такой момент негативный. Господи. Работает. Отлично. И все. Обезьяна повержена, ребята, вот такая вот изи-катка, ребят, мод реально очень крутой, дико крутой. Ребят, если мы наберем 5000 лайков на этом ролике, на прошлом ролике, то я, в общем-то, ну, знаете, я сделаю видео, как установить этот мод, сборочку этого мода скину вам в описании, ребят, все будет очень круто. Так что, ребят, ставьте лайки, ребят, это очень важно, да, и делитесь, конечно же, этим роликом со своими друзьями. Мод реально очень крутой. Так, давайте пойдем на какого-нибудь более крутого чувака. Хотя уже на телохранителя пойдем. То есть они как бы пожестче, и посмотрим, насколько способен этот мод противостоять уже более крутым персонажам в игре Shadow Fight 2. Итак, сегодня призрак. У нас сегодня призрак. Так, раунд первый. Ну что ж, нам нужно расстояние опять же. Пробуем. Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или может не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Найс. Просто perfect. Perfect. Вроде я правильно сказал, ладно, пофиг. Второй раунд, ребят, второй раунд. Погнали. Окей, понятно, не все идеально. Не все идеально. Отлично. Найс. Ну и финалочка. Просто, ребят, слушайте, этот мод, он
Ой, даже не знаю, круче или не круче того мода, но он, я думаю, не уступает ему, на самом деле, ребят, не уступает тому моду прошлому, то есть щупальцам Хоксона, ребят, это, то есть это все в одном файле, ребята, это все в одном файле, это, так что, ребят, вы просто обязаны поставить этот гребаный лайк, ребят, со всех своих аккаунтов, просто, ребят, оставайте миллионы аккаунтов и, в общем, давайте наберем хотя бы 5000 лайков, ребята, и тогда вот я прям все выпущу, все сделаю, ребята. Мод я реально долго устанавливал, и поэтому мод достаточно крутой, тут сразу, можно сказать, две части можно. На две части его разделить. Это щупальца Хоксона и, соответственно, крысы Архаса, не знаю, змея Архаса. Посмотрим, как их назовут. Что-то даже не знаю. Пока что. Не зашло. Видите, вот летите, не заходит, когда слишком близко. Не заходит, ребята. Нужно расстояние. Вот это прям, вот это, конечно, минус. Отлично. Просто nice. Ну и финалочка. Бэнг, 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 бэнг. Батя, встань. Отлично, батя в здании, отлично. Ну что ж, эта штука очень классно работает. Окей. Пошла, родимая. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Сейчас схавает. Крысы или... Да, это крысы, это типа такая крысиная какая-то штука, но не знаю, как ее назвать. Ну, короче, ребят. Блин, я сейчас думаю над названием ролика. Первую часть я знаю, как назвать. Это Shadow Fight 2 Mods. А вот дальше название этого мода. Крысиная змея Архаса. Как вам такое название, а? Крысиная змея Архаса. Класс, по-моему. Ну что, давайте сейчас сразимся уже с одним из демонов. Это сегодня у нас рысь. И проверим этот мод на одном из самых крутых боссов. Это, конечно, не самый крутой, наверное, все-таки это Титан. Ну, да ладно. В принципе, это уже демон, это значит уже топ-уровень, так сказать. Ё-моё. Тихо. Лексус едет. Слушайте. Блин, это хреново. Блин, это очень хреново. Блин, куда бы мне? Ага, то есть он так. Вот, блин, все-таки. К сожалению, чертово расстояние. Нет. Видите, он еще. Он мог увернуться. Блин, это хреново очень. Отлично, все, зашел. Больше не вырвешься из-за его ловушки, чувак. О, найс, ребят, вот это найс, вот это найс. Да, я понимаю, что достаточно много здоровья меня рысь забрал, но все же мы победили его. И только этим оружием, ребят. Я вообще другое оружие специально не использую, ребят. Дабы было проще еще. Пошел второй рой. Ну и финалочка, ребят, и финалочка. Ух ты, ничего себе, он какой жесткий, слушайте. Вы слышите этот звук? Как будто бы эти собаки лают, я не знаю, ну типа как крысы лают, не знаю. Это, блин, это дичь, конечно, говорю, но не знаю, у меня такие ассоциации. Просто найс. Ух ты, какой, слушайте, это первый раз такое мне. Ух ты. Жесткий. О, отлично. Еще один рой, ну, то есть полчаса не убивать. Ого. Да ладно, короче, так завалю, да и все. Ах, ничего себе, ребята, ладно. Смотрите, смотрите, он меня все-таки завалил, рысь. Он тут как бы скрылся, то есть он проявил свои сверхспособности, так сказать. Это, да, читерство, читерство. В чистом виде, так сказать. Отлично. Отлично. Ну и финалочка. И финалочка. Ох, как они любят крысы есть, эти просто сосочные, ребят. Просто огонь, ребят. Я думаю, вам понравился этот мод, он очень крутой. Он реально прям взрыв мозга, ребята. Ставим, в общем, лайки, ребята. Да и заходим, ребят, на мой Twitch канал. Прямо сейчас я, ребят, стримлю на Твиче, ребят, пожалуйста, заходите. Кстати, там мы поиграем, я думаю, в Shadow Fight 2, если будет много народу. Обязательно поиграем, ребята, с этими модами, попроходим игрушку с разными модами. Я думаю, вам очень понравится, то есть сразу два мода мы будем. И щупальца Хоксона, ребят, короче, заходите на мой Twitch канал, ребят, ссылка в описании. Но мы будем играть не только в Shadow Fight 2, имейте в виду, мы еще и другие игры поиграем. Так что не расстраивайтесь, если там не Shadow Fight 2, Overwatch поиграем. В общем, заходите, ребят, ссылка в описании, ребят, подписывайтесь, конечно же, на мой Twitch канал, на нашу группу ВКонтакте, ребят, вступайте, на все мои другие социальности, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, это будет очень круто, это будет очень важно для меня. Ну, в общем-то, все, наверное, что вам хотел сказать, ребят, конечно же, не забывайте про лайфхак с лайками, как только мы наберем 650 лайков, я сразу же постараюсь выпустить новый ролик. Вот, так что, ребят, ставьте лайки, делитесь этим роликом своим друзьям. Да, ребят, конечно же, не забывайте про рандомный комментарий, ребят, не забывайте про рандомный комментарий.
А вот комментарий рандомный из прошлого выпуска. Ну, как-то так. И еще, ребята, пишите свои комментарии, как можно больше комментариев пишите, и, возможно, именно ты, чувак, попадешь в новый ролик. С вами был Макс Шубин, всем удачи, всем пока. У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч с символикой канала, это реально интересно. Вот как он выглядит, получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды, это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы, поло, и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон.